Привокзальная детская библиотека номер 8 предлагает ребятам познакомиться с книгой автора Натальи Карповой про Бяку и Буку. Сначала про Бяку. Теплым ясным летним днем возле буерака в тихомолку о своем горевала Бяка. Плохо мне, несчастной Бяке, затекла спина без драки, в животе урчит от скуки. Подтянула Бяка брюки. Я найду себе дружка, да как дам ему пинка, да как шлепну по затылку под веселую дразнилку. Друг обрадуется сразу, звезданет меня по глазу, а потом по носу хрясь, мы обнимемся и в грязь. Постучалась Бяка к мышке, та пекла к обеду пышки, кексы, коржики, ватрушки для себя и для подружки. Мышка гостю обняла: «Проходите, как дела?» Налила на коржик меду, расспросила про погоду. Угостила пирогом с курагой и творогом. На прощание потом помахала ей хвостом. В этот раз, конечно, Бяке было как-то не до драки. Бяка топает к лужайке. Там в футбол играют зайки. «Бей, Пушок, ушастик, пас!» Бяка думает: «Сейчас!» А зайчата хором ей: «Ты чего скучаешь? Эй, мы в игру тебя берем, будешь нашим вратарем!» Оказалось, что у Бяки тоже есть спортивный дух. В общем, матч прошел без драки, без пинков и оплеух. Счет 1-1, ничья. «Это кто там у ручья?» «Это, кажется, енот, Бяку, кажется, зовет!» «Вот сейчас начнется драка!» – про себя смеется Бяка. «Покажу язык ему или насмех подниму!» «Ну, смотрите на енота, достает из таза что-то. Вы испачкались, бедняжка, вот вам чистая рубашка». Бяка в чистое оделась, драться сразу расхотелось. Ночь настала, видит Бяка, огоньки блестят из мрака. Бяка знает, это рысь. Бяка хочет крикнуть: «Прысь!» Рысь на Бяку поглядела. В темноте гулять не дело. На большой еловой ветке спят мои родные детки. А тебе я уступлю односпальную свою. Спать на елке непривычно. Бяка рано поднялась. Отдохнула я отлично. Жаль, ни с кем не подралась. У пенька застрял хомяк и не вылезет никак. Смотрит из окочки, раздувает щечки. Жалкий вид у хомяка. Как такому дашь пенька? Не сдается наша Бяка, зря старается, однако. Росомаха с ней мила, не ужалила пчела. Бяке впору зареветь, ягод ей несет медведь. А малютка-мотылек мятных сладостей кулек. Ей подставила спину лось, прокатиться с ним пришлось. Где же, думает она, отыскать мне драчуна? Постречался Бяке еж, а у Бяки брюки клеш. Бяка чуть поторопилась, за колючки зацепилась. Трык, на брючине дыра. Бяка думает: пора. Да как рявкнет: «Это что ж?» «Извините», – пискнул еж, – «я неловок, признаю, все сейчас же починю». Взял и в драку не полез. Бяка злится: «Что за лес? Здесь совсем не ценят Бяк. Оставаться Бякой как? Если здесь ко мне добры и лягушки, и бобры». И обиделась, ушла, даже зонтик не взяла. Если честно, без нее мы теперь скучаем. Если встретите ее, напоите чаем. А теперь про Буку. На заре проснулась Бука, съела две головки лука, залпом выпила касторки, молча выползла из норки. Стынет лужа возле елки, Бука плюх в нее молчком. По привычке глазки щелки трет чумазым кулачком. Рядом сонные пиявки, не до шуток им пока. Видит Бука у канавки незнакомого зверька. Это был бурундучок, весельчак-здоровячок. Он смешно скакал по кочкам, пухлым маленьким комочком. Бука злится: вот напасть. И от него в осоку шесть. Без труда даются Буке маскировочные трюки. Озадачен бурундук: «Не охочусь я на Бук, ты меня не бойся, Бука!» А из зарослей ни звука, лишь комарик рядом вьется. «Не кричи, не отзовется!» «Не шуми!» — шипит гадюка. «Не придет, она же Бука!»
У нее, добавил Ужик, совершенно нет подружек. Так и есть, кивает еж. Бука, что с нее возьмешь? Бука хмурится в осоке, от стыда пылают щеки, у нее промокли ножки, в нос кусают злые мошки. Эх-эх-эх, вздыхает Бука, жизнь и так сплошная мука, а еще сиди в траве с лопухом на голове. Жаль ее, кричит сорока, и, наверное, одиноко. Бука выглядит как Бука, потому что в доме скука. Тут на все болото вдруг заявляет Бурундук: Бука вовсе не злодейка, есть у нас одна идейка. А на следующий день к Буке в дверь стучит олень. Есть кто дома? Туки-туки, у меня сюрприз для Буки. Он листки стряхнул с рогов, вот рецепты пирогов. Сам писал, прошу учесть, там и луковые есть. Постучались Буки-мышки. Мы пи-пи-пи пишем книжки. Если вам не спи-пи-пица, книжка очень пригодится. Дарим вам лесные сказки и веселые раскраски. В доме есть для книг местечко? Бука вышла на крылечко. Поглядите, вот так штука. Неужели это Бука? Бантик на панамочке, а на щечках ямочки. Сколько вас, смеется Бука. Крот ведет за лапку внука. Мы, кивает Буки крот, вам прополим огород. Тут как тут Бурундучок тащит лаковый сучок. Он для Букиной одежки сделал вешалку на ножке. По-соседски светлячок смастерил ей ночничок и бесплатно сплел паук абажуров пару штук. Нет приветливее Буки, никого в лесу теперь. Хочешь, спроси у гадюки. Хочешь, сам сходи, проверь. Мы с вами познакомились с книгой Натальи Карповой про Бяку и Буку. Если вам понравилась эта книжка, то в нашей привокзальной детской библиотеке еще есть книги этого же автора «От букашки до слона». Про бабулечек, топотулечек, хлопотулечек, выпекулечек. Деревенский детектив.